Доброе утро. Сегодня мы будем играть в моды на Hello Neighbor. А, и кстати, я забыл сказать, что это канал Максимат. И, короче, это первый выпуск с модами на Hello Neighbor, который я запускаю через ModKit. Не через Steam, а через ModKit. До этого я запускал моды только из Steam, но теперь я наконец-то научился пользоваться ModKit. И немного позже я еще сделаю видео, как устанавливать и запускать моды через ModKit. А еще я вчера вот только узнал, как удалять сохранение. Ну, то есть, вот в моды мы поиграли. ModKit, сколько. И там прогресс остался. Там двери открыты, ключи собраны. И я узнал, как удалять сохранение. Об этом тоже видео расскажу. Много инструкций есть, но ни в одной из них я не помню, что там рассказывали, как удалять сохранение. Я постараюсь рассказать. Короче, этот мод от нашего подписчика. Это мод от нашего подписчика. Называется Hello Future, что ли? Future, как-то так. Говорит, еще пасхалка на меня тут есть, и мы постараемся ее найти. Ну, давайте, в общем, осмотрим этот мод. Ах, да, кстати, поскольку я запускаю через Unreal Redactor, вот эти вот надписи слева видим мы. Bech Housework, Bech TV. Bech — это сосед, кстати. И у меня раньше из-за этого было предположение, что Bech — это имя соседа. Ну, до релиза игры же ModKit этот еще был. И чтобы убрать эти надписи, нам надо набрать сообщение Disable Screen, All Screen Messages через командную консоль. Вот так. Так, во-первых, так, это дом из-за акта первого, еще один. О, подожди, тут катсцены даже есть. Только домик без текстурок. А это... Это автомобиль Квинтина из Hello Neighbor 2. Только он тоже без текстурок. Так, ну мы туда зайти не можем, я так понял. Так, туда мы заглянуть тоже не можем. Потому что там невидимая стенка. О, а это пекарня, тоже из Hello Neighbor 2. Только и тоже без текстурок. Дорога еще немножко лебит. Не знаю, либо это у меня такие проблемы, либо с модом. Но мне кажется, что с модом, потому что все шейдеры, все текстуры, написано, что все прогрузилось. Так, о, сосед зеленый. О, еще сосед. О, еще сосед. Да ладно. Что-то он немного расширенный, по-моему. Растянутый, в смысле. Машина в воздухе висит. Прикольно. О, еще сосед. И деревья без текстур. О, еще сосед. Да вы угораете, что ли? Сколько же соседей? О, еще сосед. Блин, я это прикол, конечно. Давайте наш дом осмотрим. А, да, он закрыт. Ключик, я так понимаю, здесь. Теперь модов на Hello Neighbor будет много. Потому что в Steam модов довольно-таки не так много. А вот остальные через Unreal Redactor надо запускать. Но я, поскольку научился это делать, я буду снимать моды и с него тоже. Я, конечно, не исключаю, что мне эта рубрика так же, как когда соседа когда-нибудь надоест. Но все же, моды на Hello Neighbor интереснее, чем моды на когда соседа. Моды на Hello Neighbor тоже, конечно, не всегда бывают хорошими, но тем не менее. Такой вот шкафчик. Перерисован в... Раскрашен в российские цвета, я бы сказал. Ну или мне так кажется, только... А, дощечки не хватает в полу. И фонарик, который застрял. Так. Ну что, пошли к нашему соседу. Поздороваемся, верно. Немножко разваленный заборчик у него. И нету двери почему-то в дом. Так, камера я вижу. Кстати,
через ModKit, когда моды запускают через Unreal Redactor, разрешение в игре ниже, чем просто в игре. Здесь разрешение максимальное это 720p, в то время как в оригинале можно и выше ставить. Туалет. Да ладно, туалет, что ли? Или подождите. Туалет, да ладно, да вы угораете, что ли? А зачем его закрывать на замок-то, кстати? Так. Еще что-то у нас тут закрытое. Ой. Ой, а чё он... А чё он такой старый? Старикан, блин. Короче. Машины ездят очень много. Давайте дальше. Мне не дали доизучать до конца. А, он кого-то здесь закопал? Он убил здесь кого-то? О, подождите. Вот, наверное, туда надо что-то кинуть, и лифт поднимется. Блин, застрял. О, это музыка, звук из Pre-Alpha, кстати, самый первый. По первому Hello Neighbor. Эта музычка означает, что свет нас разыскивает. Но в данный момент этого не происходит, конечно. Так, пока сосед наш... Там ходит, мы поковыряемся здесь. Так, ну, три замка, дощечки. О! О! А нажимаем незамедлительно. А что-то у нас там открылось. Не знаю пока, что именно, но... Открылось. Осматриваем все ящички. Так, так. Но пока ничего особо полезного я тут не наблюдаю. А тут проверяли? Не, ничего тут нету. В том отверстии тоже ничего. Что-то вот этот рычажок открыл, но я пока не в курсе, что. Еще два замка. Блин! Так, еще одна решеточка здесь у нас. И какой-то зам. И какой-то замок необычный, я бы сказал. Сосед нас разыскивает. И камеру он повесил, вот собака, а. О! Нифига! А я думаю, что она не берется-то? Блин, вот до этого, кстати, догадаться не так-то просто. О, ключик. Зеленый какой-то ключик. Нам пригодится. Стопудово пригодится. А это что такое? Какая-то коробка непонятная. Да ладно, блин, я опять... Господи. Я раскрыл сразу же две вещи, которые, до которых сложно догадаться, представляете? Я просто удивлен. Так, тут домик. Остудить его нужно. Так, ну ломик еще нужен. Ладно, нужен будет еще ломик. Надо будет остудить его чем-то. А, кстати, я только сейчас обратил внимание на это. Вся комната, это все стены, короче, из того портрета соседа его семьи, блин. Действие этого мода, видимо, происходит спустя много лет. О, кстати, костюм нашего главного героя тоже отличается. Потому что сосед какой-то старый тут уже. Что у нас тут полезного что есть? А, красный ключ у него вон в руках у той фигурки. Ага, хорошо. Так, ладно, давайте разбираться дальше. Что у нас здесь? Так, камеры. О! Это ключ из реалистичности рисовки. Только в руках он как-то хреново смотрится. Хм. Да, не отключишь камеры, не отключишь.
Потому что провод идет в никуда. Там ничего внутри нет. Ой-ой-ой, что это такое было? О, у соседа тут еще и трава из пола растет. Пилюлечки. А молочко есть на кухне у него или нет? Блин, камера. Еще и капкан. О, еще один красный ключ. От подвала, может быть? Нет, что-то от подвала не ставится. Так, ну отсюда точно не отсюда. А, я вспомнил, все, я вспомнил, откуда этот ключ. Да ну эти пилюли. Я вспомнил от этого туалета, блин, ключ. Огромный ключ, кстати, да. Да ладно, в туалете лежит отмычка. В туалете, ё-моё! Едва не удивили меня сейчас. Хотя, что я говорю? Удивили. Молоко есть? Ой, пойдемте-ка отсюда. А, не-не-не, не-не-не, давайте лучше очистим туалеты. И не будем там туда мусор кидать. Отмычечка у нас есть. Только пока не знаю, куда она. Так, вот я помню, куда зеленый ключ. Вот от этого замка. О! Я понял, куда тот красный ключ, который в гостиной. Вот этот, вон от той двери. Тут два красных ключа получил. А как он капкан тут поставил? Подождите, алло! Он же не мог сюда зайти. Тут дверь закрыта была. О, магнит, прикольно. Молоток не берется. Так, ну магнитик и, наверное, этот ломик взять. Давайте его остудим. У нас дома раковина есть. Значит, остудить вполне можно. О, вообще быстро остыл. Все, ломик готов. Можно отковыривать доски. Во-первых, вот здесь сначала. Вот это уже, возможно, от подвала. Компьютер какой-то маленький, без текстурок. Вот это, наверное, уже от подвала. Точно. Так, теперь нам остается только... Ну, доски, во-первых, убрать. Во-вторых... Найти еще пару ключей. Желтый ключ и вот этот серый ключ из реалистичного стиля. Так, куда бы дальше пойти-то? Так, давайте-ка осмотрим. Вспомнил. Там же есть лифт, в который можно кидать. Он там что стал-то? Он застрял, по-моему. Ага, отлично, да, это работает. Блин, наворочил проход он здесь какой-то, конечно. Так, во-первых, буду даже поезд едет. О! Дверь еще одна. Ломик не зря я не стал выкидывать.
Так и думал. Отмычка нужна. О, еще какой-то ключ. Я забыл, куда этот ключ. Может, еще дверь какая-то есть, не знаю. О! Ключ карты. По-моему, я не помню. А я что-то не помню, от подвала там была ключ. Нужна была ключ карты или нет? Но раз она здесь лежит, наверное, нужна. Либо где-то еще будет комната, где уже нужна будет ключ карта. О, хорошо, допрыгнул. Так, еще какое-то здание тоже без текстуры. Насколько же длинный тут подъем? О, колесо обозрения. Это статуя ворона. Вырезанный персонаж из Hello Neighbor 2. Ну как вырезанный? Должен был стать изначально, представлялся нам как главный антагонист, а в итоге стал камео персонажем, который появился исключительно в самом начале игры на одну секунду. О, отлично. Ой, блин, куда? Ну, впрочем-то и ладно. Я все равно хотел спрыгнуть. Так. А, точно, да, я вспомнил. Вот сюда этот ключ поставить. Ага, это ключ от подвала. Один из них. И второй. А, мы все ключи от подвала, получается, нашли уже. Все. Довольно-таки быстренько это как-то получилось. Ой. Точно. В смысле? А почему она не открывается? Я все замки открыл. Так, короче, глюкнуло что-то. Что-то пошло не так, и я пролечу через текстуры. Повезло мне очень, что сосед там обо что-то споткнулся. Нет, это... Вот... Нет, вот то, что дверь не работает, это оно. Это оно уже. Недоделка небольшая в моде есть. Получилось. Это мой первый мод. Спасибо, что сыграли в него. Подвал будет в обновлениях. О! Благодарю за отсылочку. Так вот, она какая пасхалка. Максим, помимо меня тут, конечно же, есть еще Дуосфорд, Максимис Ченнел, Смертник. А, еще отсыл. А, тут только 4. Это сосед босс, типа. О, маленькая моделька дома этого. Прикольно, прикольно, прикольно. Это только она немножко туда уходит. Да заткнись, сосед! Так, ну и что у нас тут? А, все, это конец. Ну, прошло вроде бы немного времени совсем. Ну и, кстати, давайте, конечно же, оценим этот мод. Этому моду я поставлю плюсик. Неплохо получилось. Спасибо нашему подписчику. Данил. По-моему, так его зовут. Тебе привет. Если перепутал имя, то, пожалуйста, извини. По-моему, Данил. Ну, давайте еще в один мод сыграем. У меня тут еще один мод и есть. Короче, блин, пока я начал запускать этот мод, соседи начали издавать всеми любимый звук. О, слышите? Вот. Да блин. Вот как не вовремя, твою мать, а. Это вообще отстой, слушайте, вот.
Но с другой стороны, у нас видео по соседу, у нас сосед не только из игры, блин, есть. Есть еще соседи, которые сверху, блин, надо мной, наверх, на этаже выше, готовили, блин, маленький подарок, нафиг. Вот, кстати, когда я запустил этот мод, почему-то тут, вот здесь коробки, почему-то разные стороны разлетелись тут немного. Короче, следующий мод называется, так, надо убрать эти надписи. Называется Third Floor. То есть третий этаж. Третий этаж. И, короче говоря, мод этот вышел раньше релиза, чем был состоялся релиз оригинального Hello Neighbor первого. Поэтому не исключено, что что-то будет тут нестабильно. За это время тут некоторые текстурки успели уже поменяться. Так, ну, во-первых, нам надо найти ломик и ключик. И ключик я уже, кстати, вижу. Вот он. Тут коробочки раз... О! Так, давайте еще... О! Еще ключ. Прикольно. Для чего-то пригодится нам явно. Нам по-любому для чего-то он нужен. И... Блин! Отстой какой. О! Че у них там ремонт? Как каждый месяц или даже... Хотя иногда и чаще даже бывает ремонт какой-то делают. Ну как так часто ремонт можно делать? О, стучат там чем-то стоят, блин. Не понимаю. Да еб... Да заткнись, сосед! Шмар. О, блин! Хлебушек вылетел. Так, молоток, но его взять не получается. А, ломик. Не ломик. Отлично. Что ж, с этим проблем у нас больших не возникло. Ну, замочек. Это который ключ-карт. Тут, к сожалению, с графикой проблема. Он срисовался со светящейся лампочкой. Зеленый, правда. Рисунки, которые в альфа 1 были. И... Такое другое. Так. Да блин, провода запутываются. Блин, они опять там стучат. Надо найти красный ключ и этот ломик. А здесь у нас что? Видимо, в эту комнату не надо, потому что там ничего я не вижу. Блин, какие тени тут очень большие. Надо поменьше сделать. Так. Что это за холодильник такой непонятный был? О, самолетик. Самолетик полетел. О, ключ-карта. Ключ-карту нашли. О, а что она исчезла? Обычно, когда мы применяем ключ-карту, она не исчезает. Ну, не должна, по крайней мере, исчезать. О, еще ключ. Только, но, по-моему, нам нужен другой. Этот не красный все-таки цвет. Это. А, гаечный ключ. Ой. Но баги у нас, как всегда. Так, гитара. Играет она? Играет. О, еще рычаг. Давайте его включим. Не знаю, зачем он нам нужен, но... Басы какие прям четкие, я бы сказал. А, еще за бабахой. Но. Блин. Сыграл на гитаре и вызвал соседей, блин. О, стой, какой. Вот соседи меня бесят уже, блин. Подождите, я синим ключом, что ли, это открыл? Или зеленым? Мне что-то нифига... Так, подождите. Синим я, по-моему, открыл. Но как-то странно. По-моему, оно не это. Не того цвета же, по-моему, ключ. Разве нет? Так. Решетка тут у нас какая-то. И там золотой замочек. Надо найти золотой ключик. Золотой ключик. Буратино аж вспомнился, блин.
пока что-то я не в курсе. О, подождите. Блин, ну и рожа у него. Эх, не попал. Ну и ладно. Нет, это не решетку не открыла. Это я вообще не знаю зачем. А, вот как она открывается. Очень удивительно, необычно. А тут... А, очередная комната, в которую нам не надо. Нет, этот ключ явно не отсюда. Так, может под сковородкой? Блин, упал. Где ключик золотой? Так, ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Здесь нету. Может, в коробке в этой? Здесь нет, тут тоже нет. Не знаю. Так, надо поискать. Короче, блин. Короче, я обыскал, по-моему, вообще обшарил всю комнату, не нашел нигде золотого ключа, блин. Так что давайте, я не знаю, мне кажется, куда-то баг ключ провалился, и я не могу его найти. Не знаю, куда он мог провалиться. Может, в столе где-то, я не знаю. В полку, ну, может, но мог ключ вполне провалиться куда-то. А, вот он, ё-моё, вот он, ключ золотой-то, во, все. Блин, я уж думал, сейчас буду это, пролетать туда сквозь текстуру. Я эту полку-то не проверил, ё-моё. Чё-то я на эту полку внимания даже не обратил. Ну ладно, читерить тогда не придется. Так, ну ладно. Спасибо, что играли в Third Floor демо. Это все? Ну, маленький какой-то мод. И, кстати, демо. Эта версия вышла еще до релиза Hello Neighbor в 2017 году. И там только один файл. Это самая демо. Полная версия так и не вышла. Ну, короче, эту моду плюс-минус я, наверное, поставлю. Не так уже плохо получилось. Ну, не так уж и хорошо. Короче, в этом моде не было соседа. Но зато сосед был у меня, блин, там сверху. Надо мной. Который сверлил. Он сейчас вроде прекратил сверлить. Надеюсь, чтобы... Кстати, кстати, соседи утром еще сверлили. Не дали мне поспать. Да, ну и в общем, на сегодня все. С вас и подписался с меня. Эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал. Субтитры ВКонтакте. И всем пока.